так, я уже написала свои планы на день. Сегодня я хочу заняться гитарой. Это что-то новое для меня. Я надеюсь, у меня все получится. Так как Snapchat я уже скачала, сейчас приступаю к чтению на английском. Сейчас я последний заключительный раз прочитаю этот рассказ, а затем перейду к другой истории. Тут даже вот две части. Вот. Поэтому начинаем. На этих кадрах я выполняла домашнее задание по русскому языку. И я правда надеюсь, что никто не заметит, что делала это ДЗ я 17 числа. Так как сейчас у многих школьников карантин, и почти все они ежедневно проводят день дома, и я не исключение, у меня не раз за все это время возникал вопрос, чем же мне заняться на карантине. Сейчас я не буду говорить банальные советы по типу «наконец-то уже давайте займитесь английским языком» или «обучитесь чему-то новому». Ребята, этот карантин, он в ваших же интересах. Самое лучшее решение – это подтянуть математику или русский, или любой другой предмет, в котором у вас сейчас есть проблемы. Я лично собираюсь заняться математикой, повторить пройденное, а также изучить те темы, в которых у меня были ошибки. Ребята, я в вас верю, давайте вместе не проспим этот карантин и будем продуктивными. Правда, я совсем чуть-чуть залила подоконник в погоне за красивыми кадрами. Господи, о боже мой, прекрасно, да. Новая тетрадка, даже не использованная, отлично. Положу это великолепие на батарею, надеюсь, все высохнет и будет как раньше. Нет. Господи, это настолько вкусно. Друзья, сейчас я буду писать сюда слова по испанскому со второго урока. Так, у меня не написано тут только с первого. Let's go! Thank you.
Выписав слова, я решил повторить записи со всех уроков из моей тетради. На более продуктивные занятия испанским меня не хватило, но завтра я точно пройду один новый урок из моего учебника. Ну а это вы сможете увидеть в следующем дне моей продуктивной недели. Не пропустите! Затем я, как и хотела, начала заниматься гитарой. За более чем 30 минут я настроила гитару, вспомнила, что такое лады, а также постаралась воспроизвести несколько легких мелодий. Но, скажу честно, особо острого желания продолжать играть у меня нет. Но, возможно, спустя какое-то время я захочу этим заниматься и, наконец-то, узнаю, что такое аккорды, а значит, смогу играть настоящие песни, а не простые мелодии по типу «В траве сидел кузнечик». А пока что, к сожалению, я откладываю гитару в дальний угол моей комнаты. Ну, а это был весь мой продуктивный понедельник. Надеюсь, вы зарядились мотивацией, сейчас хотя бы пойдете убираться в своей комнате. Желаю вам приятной уборки и всех люблю, всем пока!